Здравствуйте, дорогие друзья! Телеканал «Старт» приглашает вас посмотреть супер-волейбол «Зенит-Казань-Динамо-Москва». Для вас эту встречу прокомментирую я, Дмитрий Лосев. Спаренные встречи «Зенита» и «Динамо» нам предстоят. Сегодня первая, воскресенье вторая. Сегодня перенесенная игра, которая не состоялась ранее по причине пандемии в московской команде и Еврокубкам. У нас сейчас гимн для начала. Ну что ж, друзья, мы с вами прослушали гимн Российской Федерации, гимн Татарстана. Ну а сейчас уже скоро начнется игра. Еще раз повторю, начало перенесенная игра 6-го тура. Но чуть позже уже будет встреча. Также «Зенит-Казань», «Динамо-Москва». Ну а для начала давайте поговорим о составах. Итак, состав команд на сегодняшнюю встречу. Начну с коллектива гостей. Команда «Динамо» из Москвы. Ярослав Подлесных, первый номер, доигровщик. Второй — Илья Власов, блокирующий. Третий — Сэм Деру, доигровщик. Пятый — Романас Шкулявичус, диагональный. Седьмой — Евгений Баранов, либеро. Восьмой — Владимир Съемщиков, блокирующий. Десятый — Чеслав Свинтицкес, связующий. Одиннадцатый — Павел Панков, связующий и капитан команды. Тринадцатый — Максим Белогорцев, блокирующий. Четырнадцатый — Алексей Кабюшов, либеро. Пятнадцатый — Семен Дмитриев, доигровщик. 18-й — Антон Семышев, доигровщик. 23-й — Лаврин Кермин, либеро. 24-й — Вадим Лихошерстов, блокирующий. Константин Брянский, главный тренер команды «Динамо Москва». Что касается коллектива из Казани, как раз вы видите представление старта и поддержку, подбадривание от главного тренера Владимира Олеговна. Второй номер — Федор Воронков, доигровщик. Андрей Сурмачевский, третий, также доигровщик. Пятый — Лоран Олеговна, связующий. Седьмой — Александр Волков, блокирующий. Девятый — Эрвин Нагопед,
доигровщик. 10-й Бартош Беднарш доигровщик. 12-й Александр Будько, капитан команды связующий. 13-й Алексей Кононов блокирующий. 15-й Денис Земчонок диагональный. 16-й Артем Смоляр блокирующий. 17-й Валентин Голубев либеро. 18-й Максим Михайлов диагональный. 19-й Роман Романовский блокирующий. 20-й Илья Федоров либеро. Вот таков состав сегодня от Владимира Олегна, главного тренера команды «Зенит Казань». Ну и, конечно, все с огромным терпением ожидали эту встречу. Действительно, очень любопытно посмотреть за противостоянием «Зенита» и «Динамо». Давно друг с другом команды не играли. В последний раз это было в феврале 2020 года. Так что, можно сказать, после пандемии уж точно ни разу не встречались. И сейчас начинают встречу динамовцы. И сразу первая подача была от Семушева. И первое очко, соответственно, набирает московская команда в этой игре. 1-0. Вот как раз на Романаса Шкулявичуса основная надежда сегодня на диагонального команды из Москвы, поскольку отсутствует Светлан Соколов. Он в составе сборной Болгарии сейчас занят тем, что пытается отобраться на чемпионат Европы. Пока получается достаточно успешно. Болгары обыграли Австрию и Израиль 3-1, 3-0 соответственно. Но еще два матча с этими командами предстоят. А у нас первая подача казанской команды. И делает это Кононов. Но удачно справились здесь москвичи. И мы видим, как Лихошерстов, который прекрасно знает казанскую команду. В прошлом сезоне Вадим выступал как раз-таки за «Зенит», равно как и Цветан Соколов. Поэтому ожидалось, конечно, противостояние. В первую очередь, наверное, даже Соколов. Все-таки игрок атаки, который приносит очень много очков. Но сегодня Шкулявичус будет в этом плане отрабатывать у московского «Динамо». Ну и, конечно, нагрузка на Романаса серьезная, но в команде верят в него, рассчитывают и надеются, что поможет обыграть казанскую команду. Ну а сейчас нужно справиться с подачей мощной Михайлова. Удается это сделать «Динамо». Но будет еще одна атака Михайлова, и вновь срабатывают в защите динамовские игроки. Здесь просто перевели. Но третья попытка уже от Михайлова. И вновь справляется. Посмотрите, как в обороне сейчас отрабатывает московская команда. Но если у Михайлова не получилось, нашли переводом Беднаша. И поляк все-таки пробивает оборону. Очень крепкую, как мы видим, сегодня настроенную, нацеленную с первых минут оборону московской команды. «Динамо» не так давно завоевали в конце прошлого года уже первый трофей. Выиграли в Кубке России. При этом с казанцами они не встретились. Там разошлись дорожки. «Динамовцы» обыграли новосибирский «Локомотив» в полуфинале. А «Зенит» в противостоянии с другим «Зенитом» из Санкт-Петербурга уступил в полуфинале. Поэтому финал был у «Динамо» с «Зенитом», но с командой из Санкт-Петербурга, команда, которая принимала соревнования, финал четырех. Сейчас мы видим, как Шкулявичус попадает в сетку. Но пока плотная игра, равная, как и ожидалось, конечно же, что будет, по крайней мере, в начале такая игра, по большей части, качельная. Так оно и получается. «Динамо» работает блок, работает блок у Казани, правда, в аут. Улетает мяч, поэтому это блок-аут. Еще раз мы видим, как от руки Александра Волкова уходит мяч за боковую. Подлесных будет подавать. Понятное дело, что подача – это важный момент, и есть здесь игроки в составе одной и другой команды,
которые планируют на подачу набирать много. Но вот Подлесных придется подзадержаться, как мы видим. Поскольку Динамо выигрывает очко после его подачи дальнейшего розыгрыша. Продолжит доигровщик московской команды это дело. Так. Подлесных. Беднер справился, но нужна атака. Нгапет, с которым были у казанской команды определенные проблемы в концовке прошлого года. В декабре, когда на некоторое время и покидал команду, но потом вернулся. При этом игрой вроде бы не на все 100 доказывал состоятельность. Но тем не менее... Тем не менее, стоит отметить, что, что как раз-таки Нгапет, равно как и Панков, стали, по мнению болельщиков, самыми заряженными игроками команды в декабре и поборются, соответственно, за звание лучшего вообще в Суперлиге. Илья Власов. Именно он сейчас заработал очко. Ну и мы видим подачу от Власова, которая не летит совершенно. И есть определенные проблемы часто у Власова. Его, как мы по предыдущим матчам Динамо видели, меняет Чеслав Свинтискис иногда на подаче, поскольку уверенность пропала блокирующего. Но зато самое главное для Динамо, чтобы уверенность сегодня была у вот этого парня Романаса Шкулявичеса. И несколько очков уже удалось ему принести. И сейчас тоже против диагонального Динамо не нашли в обороне ходов волейболист команды из Казани. Подача у Панкова летит в аут. И продолжается у нас качельный волейбол. Счет 7-7. Теперь увидим, как Нгапет заряжает. А он умеет. Он умеет хорошо подавать. Так, француз Эрвин Нгапет. Но на сей раз летит у него, к сожалению, для казанской команды в сетку. Но Нгапет разносторонняя личность. И так давно новый клип у него вышел, так что и в музыке известная фигура Эрвин Нгапет. Ну и в волейболе, конечно же, тоже значимый волейболист, значимый игрок. Подлесных пытался сейчас очко для Динамо заработать. Здесь отметим и Семышева. Между прочим, Семышев очень здорово заменил Сэма Деру. И, как мы видим, Сэм Деру не начинает игру с первых минут. Как раз-таки в играх Кубка в Москве, еще когда боролись за выход в финал четырех в начале декабря, Сэм Деру травмировался. Вместо него вышел Семышев и так начал здорово играть, что он застолбил за собой место в основе. И даже несмотря на возвращение Деру, да, Деру, мы даже можем вспомнить прошлую игру, вышел в старте, два сета отработал, но после вышел Семышев как раз-таки с Югрой. При этом Динамо после двух сетов Югре проигрывал со счетом 0-2. Ну а сейчас заработали очко очередное и подача. Динамо 9-9 у нас. Равный счет. Лихошерстов. Иногда у Лихошерстова очень здорово заходит, причем серийно. Ну а сейчас казанцы справились и свою атаку тоже провели. С Югрой очень непросто, как оказалось, в этом сезоне играть. Причем они обыграли в концовке прошлого года казанский «Зенит» 3-0, обыграли «Кузбасс» 3-1. Но вот вели 2-0 у «Динамо». Все-таки москвичи справились с соперником. Как сейчас справился Подлесных. И вновь через блок казанцев удается очко заработать. Очень здорово на сей раз отыгрывает
в Будько, в капитана Зенита. Подача Динамо, справляется Беднаш и сам же будет атаковать. Атакует, но не попадает в этом эпизоде в площадку. И динамовцы набирают 11 очко. В целом, можно сказать, что Зенит в последнее время не выглядит по-настоящему цельно, по-настоящему здорово. Чего греха таить, если в последних 5 матчах одержана всего лишь одна победа. Это говорит о том, что какой-никакой, но кризис в составе Зенита все-таки есть. Динамовцы выходят вперед на 2 очка, 2 балла. Это впервые вообще в матче, чтобы какая-то из команд повела в 2 очка. Фиксируем момент. 12-10 в пользу Динамо. Ну и сейчас, конечно, одним важно оторваться, другим постараться не допустить. Этого Шкуляевич подавал. Беднаш пап. Здесь Михайлов. Михайлов диагональный. Зенит в нужный момент, конечно же. Кто, как не Максим, берет игру на себя и отрабатывает. Ну, а Беднаш будет подавать. Игровщик из Польши. Бартош Беднаш. Заряжает неплохо, заставляя вернуть мяч. И сразу же атака. Атака через руки игроков. Важно очень, конечно же, также казанцам, чтобы загорелась рука, что называется, у Михайлова, чтобы он был в форме и один за другим приносил баллы. Но не получилось надолго задержаться на подаче сейчас казанской команде. Евгений Баранов показывает. Давайте, давайте, ребята. Надо нам попробовать в отрыв выйти. Сегодня заявлен у динамовцев, поскольку нет цвета Соколова, соответственно, есть место легионеров. Лаури Керминен может либера финский в игре себя проявить, но начинает Евгений Баранов. Баранов очень хорош в последних матчах за Динамо. Прием отлажен. Ну, здесь вообще Баранов принимает. Дальше связка от Панкова. Нгапет. Посмотрите, что сделал Нгапет. Как пытался красоту организовать. Да, не получилось до конца этот мяч спасти. Но все же показывает Эрвин, что он готов к нетрадиционным ходам. Едва-едва, да. Не получилось в этом эпизоде. Все-таки пробует Илья Власов наладить свою подачу. Смотрим. Гапет принимает и сам же своим традиционным, излюбленным методом пытался очко заработать. Не вышло. Более того, Семышев точен. И это балл в пользу Динамо. По-прежнему в районе вот этих самых 2 очков преимущество динамовцы имеют. Ну вот сейчас опять, да, оформилось в 2 балла. Было как раз в первый раз 12-10, теперь 15-13. Пока без пауз, пока без тайм-аутов. Ну и игра, согласитесь, такая без практически передышки. У Ласова, конечно, сейчас полетело совсем не туда, куда явно планировал игрок москвичей. Но пока действительно не все в порядке с подачей у Ильи. Валентин Голубев сегодня в старте вышел либера у команды «Зенит». Но есть еще Илья Федоров. Возможно, появится на площадке Федоров. Лучший молодой либера мира. —
из фар-клуба Академии вызывается в основу. В 2019-м лучшим либеро чемпионата мира U19 стал, в 2020-м молодежного чемпионата Европы. Так что посмотрим. Возможно, его мы увидим. А пока видим, Гапет подает. С приемом все в порядке у Динамо. И вновь уже в который раз от блока здорово зарабатывают очки москвичи. Ну и, наверное, очевидно, понятно, если к статистике обратиться. Сейчас еще раз эпизод с атакой Бедныша мы видели. Вновь Динамо балл зарабатывает. И это уже 18-15. Это уже весьма серьезно. И, конечно, сразу идет реакция от Владимира Олегна. Здесь тройной блок удалось раскрыть. Но был разрыв, конечно. И тайм-аут. Тайм-аут берет наставник казанской команды. Послушаем. Любопытно. Олегна сейчас взял тайм-аут, чтобы поговорить в первую очередь с Бартышем Беннешем и донести именно ему информацию. А вот Семышев с Брянским по поводу Михайлова что-то говорил, обсуждал. Тайм-аут работает для Казани в первую очередь, поскольку Кононов завершает. Еще раз мы смотрим. Здесь не сумел потащить этот мяч Баранов. Ну и как раз Кононов сделал дело и отправился отдыхать. Ну, очень важно, конечно, для «Зенита» сейчас задержаться. Сармачевский подавал, и в итоге «Зенит» зарабатывает 17 очко. Еще раз смотрим. Семышев не попадает в площадку. И немного не получилось точно зарядить в цель. Конечно, очень важно сейчас было сделать это Антону. Элегантная скидка Подлесных. Точен. Очень четко было сейчас все сделано. Обманка, на которую спешил Сурмачевский, но не хватило. Здесь немного доигровщику казанцев. Тем не менее, отрезок провел очень неплохо. А вот, вот и появление Чеса на подаче. Посмотрим. Чеслав Свинтицкий связующий. Понятное дело, что непосредственно в связке здесь выходить ему не нужно, поскольку есть Павел Панков. Но на подачу, почему бы не попробовать, правда, не летит, как мы видим. У Чеса, ну и сразу же возвращается Лихошерстов на площадку. Не удалось воспользоваться своим оружием в этом эпизоде москвичам. И вот такой крик зычный. Вперед Динамо при подаче Михайлова. И будет сейчас просмотр, судя по всему, эпизода. Да, видеопросмотр. Поскольку явно крики по поводу аута были слышны. Ну и видим мы Подлесных заряжает. А сейчас
Проверка. Судьи будут смотреть этот эпизод. Аут. Да, так и есть. В принципе, видно это было и даже без видеопросмотра. Мяч у казанской команды. Продолжается подача Михайлова. 19-19. Удалось сравнять счет «Зениту», но «Динамовцы» все равно набирают 20 очку. Хотя бы минимальный, но перевес себе обеспечивает. Подача в сетку от Шкулявичуса. Здесь не получилось у него. Ну и вот она, завершающая часть первой партии. Конечно, очень важно, кому же достанется первый сет. Это же сквозь сетку, но проходит его подача. Однако было уже полегче сейчас в атаке динамовцам. И Власов набирает важное очко для команды. Отлично показывая работу. Присел Михайлов, но потащить этот мощный выстрел от Власова не получилось. Давненько мы не видели такой подачи, чтобы уж наверняка, чтобы с эйсом. Сейчас не получилось у Семышева мяч этот спасти толком. А видим, как пытался одной рукой, и дальше уже полет от Баранова, но не получилось, как планировали. Семышев зато отрабатывает на приеме. Спасли динамовцы мяч. И от блока вновь набирает очки. Очень важный сейчас был эпизод, в первую очередь для Антона Семышева, у которого несколько моментов было не слишком хороших. Мы помним, как Ваут зарядил, когда могли динамовцы отрыв сохранять. Но вот сейчас принес очень важное 22-е очко. Появляется Семен Дмитриев на подаче у команды «Динамо». И, между прочим, давайте сначала посмотрим атаку. Да. Зарабатывают динамовцы балл. И стоит отметить, что Семен Дмитриев 14 января отмечал день рождения. Так что поздравляем мы его с днем рождения. Слушаем и смотрим момент. Просмотр решили взять казанцы. Но Олега послушать не удалось. Здесь просматривают касание. Было или нет? Или просто аут? Даже приходится главному подойти, поскольку принять решение не получается без него. Вот мы видим момент отскока. Сейчас должны решить судьи, где же именно было приземление мяча. Ну а пока можно сказать пару слов о турнирной таблице на данный момент. Динамовцы теневым лидером являются. Если команда победит в отложенных матчах, то будет уверенным лидером. Аут. Все-таки мы видим, да, аут. Мяч приземлился уже за линией. Так что здесь продолжит подавать Семен Дмитриев. Все-таки удалось ему одно очко на своей подаче
пронести. И Лихошерстов показывает, кто здесь хозяин на блоке. Важнейший эпизод. Причем в одиночку работает Лихошерстов. Что звучит? Сирена здесь, тайм-аут. 24-21. Ну, понятно, здесь важный момент был для взятия тайм-аута. Владимир Олег, Владимир Романович предоставил самим волейболистам сказать, мы можем, давайте, ребята уже однажды отыгрывались с трех очков, проигрывали, мы помним. И удалось счет сравнять с минус 3. Но вот сейчас, конечно, момент крайне неприятный. 24-21 и сетбол на подаче Семена Дмитриева. Пробивает блок казанцы. На сей раз не смогли динамовцы сработать. И от того же Лихошерстова на сей раз отлетает все-таки в площадку. Не получилось принести еще и победное очко. Подача Путьком. Есть прием. И завершение от Шкулявичуса. Роман Шкулявичус заканчивает этот сет 25-22 в пользу москвичей. Смогли динамовцы выиграть первую партию. 25-22. Получилось достаточно ровный. Она перевес максимальный был как раз-таки в 3 очка. И был он на протяжении встречи именно у динамовцев. Если наблюдать за командой «Зенит» по ходу первого сета, то последний раз вели казанцы со счетом 10-9. Все-таки давненько это было. Да и вообще по ходу партии на самом деле мало было моментов, когда могли переломить ход первого сета. Да, равный, но с преимуществом «Динамо» ближе, начиная даже, наверное, с середины, преимущество становилось все увереннее и увереннее. И все-таки динамовцы довели первый сет до победы. 26 минут потребовалось москвичам на это. По поводу очков после первой партии, лучший у казанской команды Михайлов 5 баллов. Ну, это ожидаемо. Главный набиратель поинтов в составе команды «Зенит Казань». Что касается москвичей, то здесь Роман Шкулявич с 6 очков. Тоже весьма достойный показатель. Так что по первому сету, я думаю, болельщики команды вполне довольны заменой Цветана Соколова. Роман справляется, где надо, очки приносит. Ну и в целом команда действует достаточно неплохо. По тем же очковым показателям 4 балла у Подлесных, у Власова. Здесь даже таких цифр нет у команды «Зенит Казань». Тот же Нгапет всего лишь 1 балл принес, явно не в своей тарелке. По-прежнему находится доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет. Пока лишь тень себя самого. Ранее все-таки получалось у него гораздо лучше. В блоке хоть и минимально, но перевес у москвичей имеется. Вот мы не увидели эйсов, да, в первом сете. В этом плане прием работал достаточно неплохой. Прием был у одной и другой команды. Ну, посмотрим, посмотрим, что получится во втором сете.
Учитывая последние результаты, «Зенит» сейчас и вовсе сравнялся с командой «Кузбасс» по очкам. Более того, у «Кузбасса» на игру больше, на игру меньше. И «Кузбасс» не так давно «Зенит» обыграл 3-0. Так что «Зенит», если еще и сегодня проиграет, встреча с «Динамо» в воскресенье, может по турниру таблицы так скатиться вниз и в первой строчке опуститься в ближайшее время чуть ли не на пятую позицию. Конечно, было бы крайне неприятно. Начинает Нагопед вторую партию. Ну и здесь начинается она в пользу казанской команды. Продолжит Нагопед подавать. Очень важно, конечно, Эрвину нащупать свою игру все-таки и принести пользу казанцам. Сейчас не пробил. Сейчас уже нужен блок. Работает блок, как мы видим. Лихошерстов показывает опять свой фирменный жест. Спасение было от либера казанцев, но Беднаш тоже не всегда как надо завершает. Можно сказать, что, наверное, пока работает в атаке без нареканий только Максим Михайлов у «Зенита». А ведь Нагопед и Беднаш — это потрясающие опции для команды. И эти ребята очки набирали стабильно. Когда они в форме, когда они в порядке, «Зенит» — грозное оружие. Ну а на одном Михайлове далеко не уедешь при всем мастерстве и классе Максима. Поэтому, конечно, нужно обретать былую уверенность «Зениту». А здесь еще надо исправляться самим в обороне, поскольку «Динамо» пока в атаке все, в принципе, проходит, получается, несмотря, опять же, на имеющиеся команды проблем не есть. Работает пока нападение. 2-2. Опять начинается сет достаточно ровно. Подавать будет Алексей Кононов. Оф, и завершение от Шкулявичуса. Просмотр. Будет челлендж этого эпизода, поскольку судьи приняли сторону казанцев. Но сейчас мы ждем, да, просмотра этого эпизода. Попадание есть в площадку. И будет подача от Романаса Шкулявичуса. Ну а на сей раз зарядил все-таки в сетку Шкулявичус. По всей видимости, немного неправильный счет. Теперь 4-3 в пользу «Динамо». «Динамовцы» ведут. На графике 4-3 в пользу «Казани». Должны подправить в ближайшее время. А пока наблюдаем за тем, как «Динамовцы» отрабатывают. И затяжной получается розыгрыш. Здесь нет атаки ни от одной, ни от другой команды. Есть в итоге от Семышева, который прислонился к сетке. Неправ он.
был в этом эпизоде. Подача от Беднаша. Еще момент с блоком. Ну и вот он. Вот она, работа блока у «Зенита». Здесь тройной, все как полагается, мы видим. Отработали здорово. Казанцы и атака, но подача получилась неточная. А вот теперь уже действительно абсолютно верный счет у нас. По графике 5-5. Опять же, получается довольно равная игра, пока мы не видим преимущества одной и другой команды в 2 очка. Ну, сейчас, наверное, казанцам в первую очередь важно оторваться от соперника, попробовать хотя бы на 2 балла. Это уже называется оторваться по такой игре. Мяч задевает. И Семышев набирает очко. Здесь выпрыгнул Лихошерстов. Понятное дело, обманный момент. И динамовцы показывают, что у них пайп в порядке. Первый темп могут отковать разнообразно. И тот же Шкулявичус набирает очко за очком, где это необходимо. И вновь работа блока была неплохая у «Динамо», но здесь сразу набрать очки не вышло. Шкулявичус. От рук соперника точен. 7-6 в пользу москвичей. Мы видим по лицам казанской команды, тот же Эрвин Гапет озадачен, серьезен, хмурен. Михайлов пытается подбодрить, но здесь какая-то встряска нужна «Зениту». Ну вот, вот Нагопед попадает. И, конечно, по-хорошему нужно зацепиться за это. Нужна эмоция, искра, настрой. Нагопед забивает. А что дальше? Что из этого последует? Ну, «Динамо», конечно, просто так не сломить. Здесь Шкулявичус работает. Очередной раз. Пока получается абсолютно спокойная, грамотная игра москвичей. Видим, как опять же от блока отыгрывается. Михайлова отлетает мяч. Опять принимает. Беднаша по-прежнему никак не получается завершить. Михайлов тоже. А здесь все-таки... А, вот Семышев... не попадает. Несколько подобных моментов было у Антона, но ему доверяют, в него верят. Константин Брянский пришел из Белогорья в сентябре. Оказался не нужен Белогорью, зато посмотрите, как в составе «Динамо» заиграл ценнейший, важнейший игрок, в том числе и Кубок России. Благодаря его действиям был завоеван. Но понятно, здесь на самом деле надо отмечать команду всю «Динамо». И Константин Брянский также после выигранного финала Кубка России сказал, что он не может кого-то выделить. Здесь каждый внес вклад. Действительно, чем хороши сейчас «Динамовцы», тем, что это настоящая команда. Даже если у кого-то что-то не слишком здорово получается, всегда готовы отработать другие. Здесь и блокирующие в порядке, и доигровщики диагональные, с подачей, в общем, с приемом либера. Никаких вопросов нет. Но у «Зенита» изначально никаких вопросов быть не должно. Многократный чемпион России, команда, которая выиграла все, что можно. Здесь именно имени, что называется, мастеровитые игроки, но не
все получается. Сейчас отрезок не очень хороший. Чем пользуются соперники? Приближаясь и обгоняя даже казанцев в турнирной таблице. Власов. Власов одиночным блоком набирает очко. Еще раз смотрим. Смотрите, как поспевает Власов. Примчался. И вновь Бедныш не может даже справиться с одним Власом. Но здесь просмотр эпизода будет, но все равно у Бедныша не очень хороший процент. К сожалению, и для него, и целиком для команды «Зенит Казань» не было здесь касания сетки. Смотрели этот эпизод судьи. Все в порядке. А Шкуляевичус уже 10 очков набрал. Показатели отличные. Романос подает. А у нас только середина второго сета. Да даже не середина еще, наверное. Но в общем и целом пока удается Шкуляевичусу игра. Ну, а здесь Волков набирает очком для казанской команды. И опять мы видим, что нет преимущества в 2 балла пока. Но вот, быть может, сейчас, опять же, не получается. Блок работает уже из Панков. Как раз вспоминается первый сет. Тогда динамовцы 12-10 впервые в 2 балла повели. И сейчас была такая же ситуация для «Зенита». Могли они 12-10 выигрывать, но у них это сделать не получилось. Давненько динамовцы команду «Зенит Казань» не обыгрывали. Последний раз это и вовсе было сделано в январе 2014 года. Представьте себе. В январе 2014 года последняя победа московской команды над «Зенитом» в Кубке России была оформлена. Тогда 3-2 «Динамо» победили. Но это совершенно другие команды. В первую очередь, конечно, это совершенно другое «Динамо». Сейчас, спустя эти 7 лет, последние годы грамотной работы, грамотной селекции, подбора, получилась действительно очень боеспособная команда москвичей, которая уже один трофей выиграла и претендует на победу в Кубке Яковы, конечно же, в чемпионате. Но Ангапет уже немного повеселел. Для «Зенита», наверное, это неплохо. Мы видим, все-таки сумел он пробить, протаранить, добить, вырвать. А именно так и приходится работать с «Динамо». По-другому не получится. И подбадривать сейчас москвичи друг друга очередной раз. Шорстов здорово сыграл. На сей раз не на блоке, а атаковал. И от рук Кононова мяч в аут улетел. Но пока подачу эйса мы не видим ни у одних, ни у других. Да, этот компонент мимо проходит. А это тоже очень важно. Кому удастся наладить в плане эйса, тоже преимущество можно получить хорошее. Лестно принимает. Давненько Семушев не забивал. И, как мы видим, казанская команда делает счет 15-13. И вот впервые во втором сете, да и вообще в матче, в 2 очка «Зенит» выходит вперед. Важный момент. Но подача не прошла.
никуда дальше по-прежнему не летит. Сейчас подача уже нужна, соответственно, московской команде. Чтобы попробовать счет сравнять. Неплохо, неплохо все началось с действий Семышева. И 15-15. Продолжит подавать Антон. Удалось быстро и безболезненно вернуться москвичам с Пачковой. Минусовой разницы. Ну, а здесь все-таки набирает очко казанская команда. Без Артема Вольвича. Его, конечно, на блоке не хватает. Играет «Зенит». Но, опять же, а без Цветана Сокола каково играть «Динамо». Но есть замены у одних и у других, понятное дело. Много действует на блоке тот же Алексей Кононов у казанской команды. Ну, а если про «Динамо», то своей игрой уже Романа Шкуляевича все, в принципе, в этих сетах говорит. Самостоятельно, набирая очки. Панков на Шкулявичуса. Ну и, пожалуйста, Панкову. В принципе, без разницы, кому делать грамотную связку. Если у человека руки работают как надо, то он сделает идеальную передачу, наверное, любому. Низкую, высокую, удобную для партнера. В этом плане никаких вопросов вообще у «Динамо» нет. Отрабатывает в последнее время капитан москвичей. Конечно, здорово. Набрал очень хорошую форму. И за счет этого, за счет и грамотного приема, и грамотной связки, соответственно, и набор очков идет. Поскольку когда тебе выдают хорошую передачу, видно, не забить. Здесь все-таки касание было от Власова. Сурмачевский появляется у казанской команды вместо Муконного. Сейчас будет подавать как раз-таки Андрей Сурмачевский. Уже выходил, мы помним, на подачу и в первом сете. Но сейчас во втором тоже планирует задержаться. И мяч. Просмотр. Да, просмотр эпизода показывает арбитр. Принять решение сразу не удалось. Вот Михайлова, а дальше закрыт здесь. Не совсем удается увидеть. Ну, понятно, что касание такое пограничное. А где именно? Казалось, что все-таки площадку. Да, так и есть. Казалось, что площадку. И повтор вот также продемонстрировал именно эту. Сурмачевский остается подавать. Но Шкуляевичус прирывает серию небольшую Сурмачевского, который отрезок свой провел достаточно достойно, но опять же уступил место Алексею Кононову. Ну и опять в завершающую фазу сет второй потихоньку входит. Шкуляевичус и забивает, и от партнеров получает положительный импульс. Сейчас подача была Романас. Блок работает просто сумасшедший. Сейчас действует московская «Динамо» в хорошем ключе, в хорошем стиле, отрабатывая.
Мы видим, как мощно вновь у сетки расположились. И здесь очень тяжело Казани. И динамовцы опять в 2 очка впереди. Когда мы уже думали, что вот он просвет для «Зенита», но уже +3. И сейчас тайм-аут, конечно, нужен быть. Должен быть, да, и нужен тайм-аут. Берет Владимир Олегна. По-другому никак, поскольку опять момент очень-очень непростой. У «Зенита» надо справляться, надо что-то делать. Определенного в этом, сами загоняете себя в этом, блядь. Конечно, так тяжело, блядь. Вы гляньте со стороны на себя. Тяжело играть так. Вы не верите, блядь, ни в победу, ничего. Вы себе, как что сказал в раздевалке, воспитываете удел поражения. Ну, вы, наверное, сами все слышали, но стоит повторить, что действительно сама команда «Зенит Казань» не верит в себя. Сейчас игроки не понимают, ну а как им побеждать? И еще в раздевалке Владимир Романович сказал о том, что такой какой-то удел пораженцев. И они сами закапывают себя. А что делать? «Зенит», напомню, в последних 5 играх 4 проиграл. Когда это было? Когда такая серия у Казани была? Ну... пока не получается. Вот сейчас надежда, конечно, на Максима Михайлова. На его подачу. Но есть прием у «Динамо». И есть идеальное завершение. На сей раз от Ярослава Подлесных, который, опять же, демонстрирует то, о чем я говорил ранее. Забить, принести очко в атаке может практически каждый в составе московской команды. Работа либера спасает блок. От блока все-таки вау. Мяч летит. Еще остается в игре Казань. И подача. Подача не проходит. Но вот пока не летит в площадку. Где-то рискованные пробуют. У «Динамо» ЧС на подаче вместо Власова. Если в первом сете еще Власов пробовал, то во втором решили все-таки ЧСа. У Власова пока откровенно именно с подачи не все здорово. Не летит. Не всегда получается, как он задумывал в этом компоненте. Немного подвис. Мы видим... Вольвич как раз следит, переживает за «Зенит». Сетку ЧС заряжает. Ну, пока он дважды выходил, в первом с этим, во втором, но тоже не задерживался пока. Свинтицкис. Влас в игру возвращается. Конечно, сейчас он очень нужен будет. Работа на блоке незаменима, неоценима. Ну а подавать у «Зенита» Денис Зимченко выходит. Тоже ищет разнообразные варианты. Семышев, Подков, Семышев в сетку. Извиняется Антон. И тайм-аут берет, судя по всему, Константин Брянский. Немножко сейчас тоже нужно команду успокоить. Возможно, уверовали уже в то, что сет за ними.
Ну, и мы видим реакцию, лица игроков, эмоции игры. Очень любопытный, очень интересный. И сейчас концовка. Все, как мы любим. И это сетбол для «Динамо». 24-22 команда ведет. Сетбол для москвичей. Первый сет удалось им выиграть тут же. 25-22. Панков подает. Сейчас тоже может быть 25-22. И в нужный момент эйс. Эйс от капитана. 25-22. 25-22 в пользу московского «Динамо». Блестяще провели завершение. Динамовцы, ну, действительно, пока получается абсолютно уверенная командная игра. Динамо, чего, к сожалению, нет у «Зенита». Именно вот эта вот командная химия пропала у казанцев. Такое впечатление, что, ну, так, отдельно, да, есть классные, мастеровитые игроки, но как-то разрозненно они выглядят, и вот нет этого единения. У «Динамо» же именно сплоченность проявляется. По крайней мере, по первым двум сетам мы можем об этом говорить. Равно как и можем говорить о том, что Романас Шкулявичес набрал уже 13 очков. И есть о чем задуматься Владимиру Олегну. 10 баллов у Максима Михайлова, но это единственный игрок, который приносит по максимуму сегодня в составе казанской команды пользы, очков и всего остального. Действительно, Михайлов, как всегда, в порядке, но остальные не слишком поддерживают. Второй по очкам Волков, у него 4, а вот Нгапет и Бенеш выступают хуже. У них пока игра в этих двух сетах не слишком здорово идет. Что касается динамовцев, то помимо Шкуляевича, у того же Подлесных 7 очков, у Власова 6 очков. И это ведь мы не говорим еще о том, что крайне полезен Лихошерстов, что не все сегодня получается, наверное, у Семышева. Ну а Панков, капитан Панков, он важнейшее очко принес эйсом. Последнее во втором сете. И блок тоже в порядке здесь. И Власов, и Лихошерстов отрабатывают здорово. А так что вроде бы никакого разгрома нет. Да, все очень близко. 25-22, 25-22. Но за этим счетом стоит уверенность московского «Динамо». И стоит пока что непонимание, а как именно в игру возвращаться планирует казанский «Зенит». Но опять же, как это все бывает в волейболе, мы прекрасно с вами знаем. Далеко ходить не надо. Давайте вспомним матч «Динамо-Москва-Локомотив-Новосибирск» в кубке, полуфинал. Ведь если бы динамовцы, проигрывая 0-2 и проигрывая 15-19 в третьем сете, не спасли этот самый третий сет, не было бы никакого финала, никакой бы победы в кубке. Так что можно проигрывать 2 сета, проигрывать в третьем, но выиграть в итоге матч. Но для этого, конечно, нужно показывать несколько иную игру, нежели сейчас демонстрирует казанская команда. Посмотрим. Посмотрим, что получится у «Зенита» в третьем сете. Ну, нужно ловить эмоцию. И Владимир Олег об этом говорил. Вот сейчас пытается Федор Воронков так взбодрить свою команду. На Лихошерстова.
1-1. Ну и пока. Пока ожидаем, кому удастся рывок, возможно, в начале партии. И в первом, и втором сете не было этого. Впервые команды 2 очка вели уже после набранных 10 баллов. Начало третьей партии неплохое для Федора Воронкова. Удалось ему дважды отработать. А Михайлов, вот, пожалуйста, вам 2 очка, да? 3-1 счет. Михайлов заработал эйс. И начало в пользу «Зенита». И уже подбадривание вперед «Зенит» звучит. Ответ, конечно, «Динамо». Перекличка такая. Валельщиков не удалось здесь Гапету выловить. Похвально желание, но не всегда оно подкрепляется точным действием. Шкулявичус на подаче. Есть прием у «Зенита», но в итоге от блока, да, в аут попадает мяч. И по-прежнему плюс 2 для казанцев. Опять же, очень неплохо Федор Воронков, который сейчас попробует продолжить еще и своей подачей. Подача не прошла. Здесь уже попал в сетку. Но тем не менее. Начало сет, по крайней мере, у «Зенита» такой боевой получается. По эмоциям тоже неплохо. Работа либера имеется, но здесь набирают «Динамовцы». «Динамовцы» показывают, что да, они могут отставать, могут себе позволить какую-то передышку, какие-то ошибки, но все равно в нужный момент они включают все элементы волейбола. Как то блок, например, как в этом эпизоде. И смотрится очень здорово. Гапет не попадает. И уже «Динамо» впереди. Радость Павла Панкова. Когда все получается, конечно. Как может быть иначе? Ну, а здесь набирает очко казанская команда. Влас попробует все-таки подавать. Сейчас он здорово принес очередное очко москвичам. И Илья Власов на подачу. Всегда получается у него мощно, сильно, но не всегда площадка. Сейчас не так мощно, но зато в площадку. Гапет. Санков поднимает. И Семышев все-таки включается. Антон, когда необходимо.
еще раз повтор этого эпизода смотрим. Там Владимир Лекна разговаривает с арбитром. Но, судя по всему, просмотра этого эпизода не будет. И Власов вновь на подаче. Продолжается она. Теперь посильнее. Габет все-таки забивает. Эрвин Нгапет. Но пока все равно этого мало. Даже для одного взятого третьего сета. Нужно показывать действительно классную игру Зениту. Цепляться, спасать в обороне. И увереннее в атаке. Пока динамовцы, наверное, даже особо не включаясь в этой третьей партии на полную мощь, но все равно как-то получается, что на классе обыгрывают «Зенит Казань», да? Скажи это. А кто-то еще в прошлом сезоне. Тяжело было поверить. И опять же, вспоминаем неудачную серию для московской команды в матчах с «Зенитом» казанским, которая длится с 2014 года, уже 7 лет, но понятное дело, что «Динамо» сейчас другое. «Динамо» как раз создается для борьбы за первое место, конечно же, для борьбы за чемпионство. Прошлый сезон укороченный был, там четвертое место заняли. В Лигу чемпионов пробиться не удалось, и, возможно, даже на пользу сейчас это москвичам. По крайней мере, можно победить в Кубке ЕКВ. Уже победа есть в Кубке России. И, конечно же, борьба вся впереди в чемпионате. И самое главное, что нет зависимости такой сумасшедшей от легионеров москвичей, которые зарабатывают еще одно очко. И уже 10-7 в пользу «Динамо». Смотрим. Шкуляючи, Лихошерстов работают здорово. И Владимир Олегов даже не берет тайм-аут. Говорить по большому счету нечего. Команда «Зенит» все сама должна понимать. Да и понимает прекрасно. Но пока справиться с динамовцами очень сложно. Дает «Зенит». Подлесных забирает. Подлесных. Даже вот так вот ногой, но спас! Спас Панков. Блестяще. Это, конечно, если динамовцы выиграют этот мяч, упадет в хайлайты. Блестящая работа. Да, Панков сделал это очко. Браво, браво Павлу. Конечно, абсолютно чудесное спасение. Ну и эмоции мы видим еще раз. Вот так вот, врезаясь, но успел ногой сработать. И дальше уже Подлесных забивает. Ну это, конечно, такие эпизоды, они просто придают неимоверные силы, эмоции, и команда чувствует, что все по плечу. Лихошерстов едва скрывает улыбку, но при этом, конечно, нужно понимать, что перед вами «Зенит» все равно. Перед вами команда, которую надо уважать, которую бояться, конечно, в данном случае не стоит, но «Зенит» в любом состоянии все равно способен вернуться. И нужно самим в себя поверить. Казанцам Михайлов подает. Последний матч, конечно, Суперлиги не слишком хороши. 0-3 с Югрой.
1-3 с Локомотивом, 0-3 с Кузбассом. Да, был обыгран оренбургский Нефтяник 3-1. Но и там определенные проблемы были. Уж кого как Нефтяник обыгрывать. Хотя, опять же, кого при этом проблемы с уже игрой команда испытала, да, и игре проиграли. Ну, впрочем, Югра – угрозное оружие, как мы узнали, дома против любой команды. Подача Воронкова. Панков. Власов. Спасти не получится. Не получится. Слишком далековато был мяч для либера Казанцев. Ну и сегодня работает на протяжении всей игры Валентин Голубев и Федора. Мы не видим. Ну и в такой встрече пока непонятно, где же Федорову выходить, где ему здесь себя проявлять. Капет. Скидка, но работы на пользу Динамо, как показал арбитр. 14-10 что-то становится. Еще раз мы видим этот момент. Попал здесь в руку Панкова, Гапет. Нет, все-таки, конечно же, Казанцев мяч. 11-13, и уже получается 12-13. Вот так вот потихоньку. Потихоньку «Зенит» подбирается. Но пока все равно впереди «Динамо», и они на 3, на 2 очка, ну, даже на 1, но впереди. Равный счет последний раз у нас был 5-5. Это Панков. Когда получается, то получается практически все. Панков, как мы видим, и обманные скидки, и на связке прекрасно. И сам спасает мячи. В общем, эйс, который закончил второй сет. Важнейший момент. Наверное, сегодня Панков пока лучше составит «Динамо». Хотя «Динамо» сильно именно командой. Ну, а Михайлов, безусловно, тот, кто старается оставить в игре «Зенит». На протяжении всех трех сетов Максим Михайлов исправно очки набирает, исправно работает в атаке. Ну, а мы забыли, что у «Динамовцев»-то есть еще и Шкулявичус, который сегодня лучший бомбардир команд. И в нужный момент включается. Панков на подаче. Интересно. Так, Павел Панков. И это эйс. И это эйс. Блестящая игра Павла. Очень уверенная, очень мощная. И третий сет удается также «Динамовцам». Но сейчас в сетку попадает. Понятное дело, что всегда и все залетать не может. Но «Зениту» нужно цепляться. 14-16. Счет опасный, счет неприятный. Нгапет, где же подача? Заряжает Эрвин, но на приеме работает московская «Динамо». И Семышев также очки свои забирает. Антон Семышев. Посмотрим, какова подача у него. Почти, почти удалось здесь спасти мяч. Было бы
наверное, слишком хорошо, если динамовцы сейчас забрали этот мяч. Хотя, как мы видим, Панков приеме справился, а дальше уже не удалось. Сурмачевский опять на подачу выходит. Вообще 50 матчей играли друг с другом «Зенит» и «Динамо». 34 победы у казанцев, 16 у москвичей. Но, опять же, давненько москвичи не побеждали. Вот сейчас могут выиграть. В прошлый раз все было легко для «Зенита». 3-0 8 февраля 2020 года. В трех партиях, причем уверенно 25-15, 25-19, 25-19 победили. Интересные цифры, также, которые были обозначены перед этим матчем по... Сейчас равенство у нас. Вот удалось Сурмачевскому, в нужный момент опять же выйти. Давайте послушаем, возможно, Брянскому удастся. Нужно было просто успокоить свою команду, поскольку потеряли преимущество с плюс 3, все время вели, но вот сейчас опять равный счет 17-17. Но пока это ни о чем не говорит, конечно, но удалось все-таки «Зениту» впервые с 5-5, да, сделать 17-17, сравнять. По крайней мере, на подаче Сурмачевского он выходит очень неплохо. В первом сете у Андрея получалось... В втором тоже выходил, вот в третьем рывочек на его подаче оформили. Посмотрим, что будет дальше, а дальше еще по цифрам немного поговорим. И это эйс! Это эйс Сурмачевского! Вот оно, оружие! И Ингапет уже смотрит, как на спасителя, на Андрея. Доигровщик «Зенита». Важный момент вышел, и с его подачей пока не справляется ни Баранов, ни его партнеры. Еще раз. И все-таки сбивает. Сбивает подачу Сурмачевского здесь Шкулявичус. Показывает Панков, что, ребят, как-то иначе нам действовать. Но Сурмачевский, конечно, классный отрезок провел и оставил в игре. Зенит, что самое важное, сейчас Чес выйдет на подачу. Стрекошерство. Посмотрим. Очень важно, кому же очко сейчас достанется. Зенит лидировал только на старте третьего сета. Ну и вот сейчас, да, один раз 18-17. Пока Чес выходил не слишком здорово. И опять же в сетку. Подача в сетку. Подача нехорошая. Не идет у Синтискаса. Возвращается Кашерстов. Ну, сложно. Сложно, конечно, появляться вот так вот точно только на подачу. Нужно быть все время готовым, но... Мяч тоже нужно почувствовать. Нужно почувствовать ритм определенный. Сурмачевскому, впрочем, удалось. А сейчас подача Михайлова. Конечно, сняться «Динамо» нужно с нее. И делает это московская команда моментально усилием своего блока. Видим мы повтор. Работу Власова с Подлесных на блоке. Так вот, по очкам я говорил, по цифрам, по показателям. Шкулявич сейчас будет подавать. Лучше по очкам у «Динамо» Соколов 170. По эйсам также Соколов 15. По приему Дыру 45%. Ну и легионеров-то нет сейчас в составе московской команды. И получается, нет легионера зависимости. Да, Соколов игрок прекрасный, но цветом сборной есть Шкулявич, который проводит отличную игру. Дыру после травмы вроде бы восстановился, но есть Семышев, который также отрабатывает
блестяще. Ну и опять же, Керминен, который заявлен под Еврокубки, вместо него Баранов выполняет свои функции отлично. Так что здесь российские игроки проявляют себя здорово. Чуть пожестче, нужно пару мячей отобрать. Ну, не все, к сожалению, удалось сейчас услышать из речи Владимира Олекна. Но, тем не менее, важно, конечно, сейчас уже кульминация. Третий сет приближается. Зениту его обязательно выигрывать нужно. Удалось счет сравнять «Зениту». Подача Воронкова. Но вау, тут упадает. Площадка была близко, но мяч туда не зашел. Подлесно. Принимает. Гапет. Атакует. И 21-21. Предыдущие два сета с одинаковым счетом динамовцы выиграли. 25-22, 25-22. Волков подает. Подлесных принял. Панков. Лявичес, но работа блока, а именно Алексея Кононова. Подача сейчас Зимченок выйдет. 22-21 сейчас. Как раз время для того, чтобы отрываться. Нет, конечно же, продолжит Волков, а Зимченок у нас просто площадку вышел. Подача-то Волкова была. И Волков мягко, но здесь подняли. Подняли мяч казанцы. Но все-таки не заработали очков, когда, казалось бы, мяч уже был на площадке. Но нет, не получилось оторваться. Вот, Михайлов здорово сыграл. Конечно, такие эпизоды украшают игру. Семен Дмитриев, человек, который выходил в концовке первого сета. И тогда он принес своими подачами победу москвичам. Гапет, Будькон, Гапет. Получается блок пробить. Еще одна попытка. Вновь. Ну, на сей раз от блока ваут, но все равно три раза блок работал у «Динамо». Власов в игру возвращается. Не задержался Семен. И не удается «Динамо» выиграть. 25-22. 23 очков казанская команда набирает. Но Лихошерстов точен. 23-23. И сейчас борьба за сетбол у нас. А подача Панкова. Панков, который эйсом закончил второй сет. Панков, который здорово в третьем играет. И Панков справляется либеро «Зенита». Капет атакует. Подлесных. Нет, спасти мяч
Динамо не удается в этом эпизоде. И таким образом зарабатывает сетбол казанская команда. 24-23. Ну что, и продолжится у нас игра. Будет еще четвертый сет. Естественно, динамовцы против такого развития событий. Но сейчас у Нгапета есть хорошая возможность продолжить встречу и немножко взбодриться вместе с тем. Да, выигрывает сет казанская команда 25-23. Все-таки смогли они справиться с эмоциями и выиграть у «Динамо» третью партию. И у нас еще впереди четвертый сет, как минимум. Ну что ж. Четвертый сет впереди. Ну и немного давайте по цифрам тоже пройдемся. Пока посмотрим моменты. Лучшие моменты этого сета. Третий сет, кстати, дольше всего длился. 27 минут, до того по 26. Немного у «Зенита» Нгапет прибавил по очкам, по крайней мере. 9 у него, 14 у Михайлова, а третий Воронков, который отличный третий сет провел и несколько важных очков набрал для своей команды. Что касается «Динамо», то Шкуляевич по-прежнему лидер. Лидер среди всех. 17 баллов у него и по 10 у Подлесных и Власова. Увидели мы и эйсы. У Панкова 2, у Михайлова и Сурмаческого также по эйсу. По-прежнему в блоке лучше работает московская команда, но «Зениту» удалось все-таки выиграть третий сет. Как раз мы видим эпизод, на котором и победила казанская команда в третьей партии. Ну и вот оно, да, вроде бы динамовцы смотрелись увереннее, лучше. И, конечно, несколько коварным получается, в том числе вот эти моменты коварными в третьей партии, когда, ну, уже и улыбки были на лицах, и все получалось. Доставать сумасшедшие мертвые мячи, забивать. И преимущество было. И казалось, только руку протяни, и вот уже 3-0 над «Зенитом» есть победа. Нет, с казанцами шутки плохи. Все-таки небольшая расхлябность, расхоложенность. И «Зенит» партию выиграл. При этом не смотрится команда, опять же, настолько уверенно. И по-прежнему видимо, динамовцев игровое преимущество есть, но возможно есть тот самый импульс, который придаст помимо эмоций еще и правильные действия команде «Зенит», и мы сможем увидеть в четвертой партии тот самый казанский «Зенит», который на протяжении прошлых сезонов мы видим. Начнет с подачи «Казань». Начинается четвертая партия. И начинается она с того, что появившись Сэм Деру. Сэм Деру, который на протяжении трех сетов оставался на скамейке
запасных, но все-таки вместо Семышева появился и сразу же заработал очко для своей команды. Кашерстов подает. Очередная классная работа блока. Власов 2-0. Сразу же сходу решили динамовцы четко, собрано и уверенно действовать. И продолжается подача Кашерстова. На сей раз от блока все-таки вау уходит. Подает Михайлов. И опять мы слышим периодически вперед «Динамо» здесь, в Казани. Напомню, что две игры как раз-таки в Казани состоятся. Довольны игроки, что, по крайней мере, не спаренные они, не друг за другом, а все-таки перерыв в субботу. Передохнуть и настроиться на встречу будет. Следующий матч в воскресенье здесь же, в Казани. А пока четвертая партия. 2-2. Дыру атакует. И Дыру точен. Сейчас, понятное дело, будет подключать Панков. Подключать. Стараться. Много Дыру. Но на сей раз передача была от Подлесных. Но раз на площадке появился Сэм, через него играть, конечно же, буду. Шкуляючус в сетку попадает. 3-3 счет становится. Бучком. Ингапет. Капец точен. Выходит вперед Казань. Воронков. На подачу. Но тоже в сетку. Или 4. Сейчас очень такой непростой момент, причем для обеих команд. И видно, как динамовцы хоть и эмоциональны, но внимательны, конечно же, к происходящему. Понимают, что упустили они победу в трех партиях. Сейчас ошибаться ни в коем случае нельзя и дарить подобные простые очки для казанской команды. А мы видим, как отрабатывает Нгапет. Ну, просто красота. Если бы еще всегда это было не только эффектно, но и эффективно. Но тем не менее. Работа руками, конечно, искусная. Француза. И когда он в порядке, в форме, Зенит выглядит силой, способной на многое. И это при том, что еще у Бедныш тоже игра сегодня не пошла. Первых не слишком здорово себя в полях проявлял. Значит, «Динамо».
но у Власова никак не удается ее конвертировать во что-то приятное для себя и для команды. То перелетит, то в сетку, то в антенну. Пробует Бучком. И здесь блок у «Зенита» приносит результат. Сандеру атаковал уже в прыжке. Шкуляевич пытался мяч достать. Давненько Романос о себе пару очков не заявлял. Первые два сета здорово сыграл, в третьем похуже. Конечно, тяжеловато выдерживать на протяжении всего времени. Но сейчас Деру должен прийти на помощь. И блок, конечно же, который у «Динамо» по-прежнему работает, по-прежнему в порядке. Пока в четвертом сете тоже максимально на старте преимущество в 2 очка, в 3. Не удалось пока задержаться. И Панков показывает опять, что подача у него поставлена. Павел Панков. Кононов. Снимает подачу Панкова. Здесь Воронков здорово принял. Ну а дальше Кононов завершил. Ляевич против блока и убирает очко «Динамо». Показывает Воронков спокойно. Можно под контролем эту игру держать. Деру на подаче. Установился Сэм после травмы. Все в порядке. Играет полную мощь. В принципе, был он готов во время кубка помочь, но когда еще совсем не тренировался. Ну, был на скамейке. Ну, а сейчас уже потихоньку входит. В предыдущей встрече начинал игру. Сейчас, по всей видимости, будет ее заканчивать. Хотя не исключаю, что Семышева мы еще можем увидеть сегодня. Ну а пока «Динамовцы» набирают 10 очко и выходит вперед команда. Здесь вновь как Панков здорово отрабатывает и вытаскивает мячи. Сегодня этому удивляться не приходится. Ну а Деру попадает в сетку. 10-10 равный счет. Шкуляевичус еще раз попробует. Да. Ну и со второй попытки у Романоса проходит. Еще раз смотрим. Здесь разрозненный был блок. И Шкуляевичус забивает. Хашерстов на подаче. Идеальная работа первого темпа. А Волков раз и все.
и пригвоздил седьмой номер «Зенита» Михайлов. Выходит на подачу. Был у него один эйс. Но пока, конечно, этого маловато. Гапет. И здесь пытались втроем буквально мяч этот спасти. Но видно было, что все же он перелетит и не добраться казанцам. К сожалению, для себя до него Олегно убежал. И в район запасной команды прилетело. Лявичус подает. Нам работает. И вновь. Третьего раза не будет. Будет атака москвичей. И атака от блока соперника. Набранное 13 очко. Уже плюс 2 для «Динамо». И сначала неплохо в блоке. Но москвичи поработали. Ну и потом, как мы видим, завершение также от «Динамо» точное. Набирает очко казанцы. Конечно, важно им сейчас не отпустить соперника, чтобы не было никаких плюс 3. У московского «Динамо». А в третьем сете «Динамовцы» вели плюс 3. Последний раз 17-14. Но удержать не смогли. Я думаю, в этом сете таких ошибок москвичи больше не допустят. Ну а сейчас не вышло у Власова. Не так часто сегодня ошибается Илья именно у сетки. Если с подачи у него не получается, к этому привыкли, то вот у сетки Илья отрабатывает здорово, но сейчас не вышла. Ну, впрочем, Воронков подачей не воспользовался. В 14-13 пользует «Динамо». Дача. Бом. Блок. А вот со второй попытки все-таки пробивает казанцы. 14-14. Вновь довольно равная игра. Конечно, еще раз следует отметить потери команды. Вспомним, что без Вольвича сегодня играет «Зенит». Без Соколова — «Динамо». Вольвич травмирован, Соколова — сборной Болгарии. Естественно, один бы прекрасно помог бы на блоке у сетки, другой забивал бы. Но справляются и без них обе команды, этих игроков. А вот Власов не справляется с подачей. Дает ему возможность Брянский пробовать и справляться, но не летит пока. Что хочешь делать, 15-15 что-то становится. Ашерстов. И «Динамо» тоже отлично работает. Первый темп. Анков. Снимают мяч Нгапет, но блок москвичей. И как часто включают композицию во время московских игр на площадке «Динамо». У «Динамо» мощный блок. Смотрите, как
сработал дыру на предыдущем эпизоде. Он сумел отвести руку и уверенно сыграл. Ну а дальше уже Кашерстов. На пару они это очко организовали. Для «Динамо» попытка от дыру сделать плюс 3 для москвичей не вышло, но все-таки Подлесных делает счет 18-15. И опять же, все получается у москвичей. Нужно брать тайм-аут. Сейчас Олегна. Иси. Первый темп, второй. И игровку все есть. «Динамо» в арсенале. Он слегка коснулся мяча, но не помогло это. Для «Зенита». Ну и вот опять плюс 3. Посмотрим, сумеет ли «Зенит» в игру вернуться и выиграть сет. В прошлый раз 14-17 они спасли. Сейчас 15-18. Ну, примерно схожие цифры. Панков подает. На сей раз от блока вау. Капец. Не выходит у Эрвина. Сейчас нужны набранные очки, конечно же, «Зениту». Нужна атака, которая не проходит у Михайлова. И вновь мы видим, как блокируют, чехлят динамовцы соперника. Прямо у Лихошерста попадает 18-й номер казанцев. И вот уже плюс 4 для «Динамо». И вот уже пам-пам. От Баранова. Да. Тайм-аут еще один будет. Или просмотр, что там. 21-16. Сирен звучала. Шкулявичус. Я отлетел в площадку. 21-16. Еще одна подача. От дыру. Ну, конечно, все подбирать «Динамо» сложно. Казанцы 17 очко набирают, но по-прежнему ситуация для них крайне неприятная. Минус 4. Вышел Сурмачевский с его выходом. Как раз образовался камбэк в третьем сете, но здесь сразу все. Уже и Сурмачевский не спасает, уже и эта опция не работает у казанцев. И очень-очень тяжело будет добраться до пятого сета. Кашерстов 23-17. И подача проходит. Уже плюс 6. Такого на протяжении всей игры не было. А четвертый сет уже плюс 6 в пользу московской команды. Ну, совсем, как казанцы расклеились. Здесь уворачивался от этого выстрела
как мы видим, Голубев, и сделал это он абсолютно зря. Давайте еще по очкам пройдемся. У Шкуляевича 22 очка. 22. Я думаю, замена Соколова в этом матче удалась, оправдалась для динамовцев на все 100. Ну, а это завершение от Подлесных. И матчбол. 6 матчболов сейчас у команды «Динамо». По очкам у «Динамовцев» также 12 у Ласова, у Лукашевского. Подлесных по 12 здесь. Шикарная статистика у всех москвичей практически. Шкулявича смог завершить, не вышло. Власов. И в итоге сейчас будет у нас просмотр эпизода. И видеопросмотр будет. Да. Либо 25-18, либо все-таки 24-19. Посмотрим. Попадание. Попадание в площадку, поэтому 24-19. Казань немножко отсрочила. Михайлов 15 очков набрал, 11 у Мгапета. Но этого мало. Паранков на подаче, он 8 настрелял. И это конец игры. 25-19 в пользу «Динамо». 3-1. Московская команда обыгрывает казанскую. 25-22, 25-22, 23-25 и 25-17. Ну что ж, «Динамовцы» оказываются сильнее в сегодняшнем матче, но впереди у «Зенита» и у «Динамо» еще одна очная встреча. Будет это в воскресенье. Ну а сегодня все, друзья. Спасибо за внимание.